мы с Молли решили прийти на старое место. Мы тут раньше гуляли, когда Молли была маленькая. Мышки, Молли, идем. Мы раньше здесь жили и часто сюда приходили гулять с Молли, любили здесь заниматься, там небольшая полянка. Это домик когда-то был, принадлежал семье рыбака, ему больше 160 лет, и теперь его используют пенсионеры как домик творчества, они собираются несколько раз в неделю, что-то мастерят к разным праздникам, разные поделки. И мы решили прогуляться, посмотреть, а здесь на Пасху что-то опять повесили, сделали какую-то экспозицию. Пасху отмечали в это воскресенье, по лютеранско-католическую Пасху. Но в Финляндии много православных приходов, храмов, много православных верующих, и на государственном уровне отмечают католики, лютеране и православные все вместе. Мы отмечаем тоже два раза в год с финской православной церковью, и потом 5 мая с русской православной церковью. Ой, жалко, солнышка нету. Красиво, да? Кто не яйцо, то Фаберже. Молли, ну все. Ой, скажи. Молли любит нам. С детства тут скакала, веселилась вовсю. Молли, ну ты-то чего? Ой, скажи. Красота. Да, они как... Да. Или как игрушки. А на солнце они просто переливаются. Тут такая красота, когда день солнечный. Ну, там перья такие. Там, да, перья. Нарциссики. Молли, а на этой скамейке мы с Молли тренировались все детство. Тумбу отрабатывали. Вот такой домик. Молли, тумба! Ух ты, молодец! Сидеть, ты язык на бекрень нагулялась.